Да, дорогие друзья, вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Можно ли, читая Зоар на иврите, изменить свою судьбу? Можно и не читая Зоар, не обязательно. Но, конечно, книга Зоар, она несет огромный свет. Если человек знает, как его привлечь на себя правильным изучением книги Зоар, в основном, чтобы это было вместе с группой, которая правильно настраивается на тот скрытый в книге Зоар свет, иначе извлечь его невозможно. И этот свет, он влияет на изучающих и поднимает их. И меняет судьбу, получается? Ну, этим, да, естественно, меняет судьбу.